Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я из Белоруссии. Ром. Вика, как вы? Нормально. Непривычно, не верится, что я здесь. А вы можете трошки нам рассказать про себя? Я не знаю, как у меня так получилось. Я защищалась, но все равно я убила человека. Я понимала, что я убила человека. 4 ножевых удара. Именно из-за 4-го он умер. Прямо в сонную артерию. Я просто вот так вот делала все. Я даже не знала, сколько я нанесла ударов. Я ничего не знала. Это все я уже узнала потом в ходе следствия. Когда мне показывала фотографии, я сказала, что я не буду смотреть. Нет, я не буду, не показывайте мне. Я ненавижу себя до сих пор за это. Ненавижу. Ненавижу за то, что лишила ребенка отца. Пусть даже потом, как я узнала, он был, не был хорошим отцом, но он был отцом, понимаете? Он был чьим-то отцом. И сейчас, на сегодняшний день, я редко, но я общаюсь с его сыном. Я общаюсь с его племянницей. Очень важную роль играет то, что меня простили. Меня простил его сын. Они пишут, что это уже прошло, забудь об этом, живи своим творчеством, мы за тебя очень рады. Я иду к тому, что я хочу стать именно певицей, чего-то добиться в жизни, наконец-то. Я сюда приехала для того, чтобы начать жить сначала, изменить свою жизнь. Мы дуже вам цього бажаємо, Віка. Спасибо. Спасибо огромное. Я такая, как и все, только может не для всех, потому что все мы очень разные. Я такая, как и все, а кто-то скажет не в себе, нервная, взрывная, а я просто страстная. Не люблю, когда мне врут. Нуси-пуси, не по мне, девочки все в рюшечках забавные. Быть у кого-то в рабстве, это ведь не то счастье. Быть самой собой, это главное. Быть у кого-то в рабстве, это ведь не то счастье. Быть самой собой, это главное. Спасибо! Вика! Круто! Давайте поаплодуємо! Ви знаєте, от ви співали про те, що головне бути самою собою. Це дуже класний меседж про те, що у будь-якому віці і після випробувань, про які багатьом людям і невідомо, ставати на ноги і робити перші кроки, але робити їх обов'язково – це дуже важливо. Спасибо большое. Забудьте все погане і постарайтеся зробити вашу долю чесною і щасливою. Я хочу сказати вам так. Спасибо.
Спасибо огромное. Привіт, Вікторія. Знаєш, це той випадок, коли для того, щоб зрозуміти, про що ти співала, не обов'язково знати мову. І я вважаю, що X-Factor не може закрити перед тобою двері, у які ти стукаєш з такою силою і безпосередністю. Я скажу тобі так. Спасибо большое. Віка, ви знаєте, я теж за те, щоб... За те, щоб люди не зважали там на своє минуле, йшли тільки вперед. З мого боку, мені здається, що якщо ми кажемо про голос, треба багато вам працювати для того, щоб дійти до, можна сказати, такого рівня трішечки більш професійного. Будь ласка, не ображайтеся, я сьогодні вам кажу ні. Я понимаю, я все, любое мнение ваше, я всегда все равно спасибо за то, что просто я здесь стою. Спасибо большое. Виктория, сейчас такое хорошее в этом плане время, что если вы хотите свою жизнь связать с музыкой, там, да, вы абсолютно правильно, что вы сюда приехали, показались, вас увидит большая аудитория, и может появятся те люди, которые захотят с вами там сотрудничать, можно делать ролики, там, размещать в YouTube и иметь свою аудиторию. Я даже не сомневаюсь, что она у вас может быть, потому что у вас очень такая яркая индивидуальность. Я думаю, что все-таки ваша тема – это авторские песни. Пойте свое, выкладывайте YouTube-канал. Поэтому я вам желаю удачи. Просто желаю удачи. Спасибо, спасибо. До свидания. У вас два нет и два да, но вы не проходите. С днем рождения, Украина! С днем рождения, X-Factor! Спасибо. До свидания.